Ой. Всем, всем, всем большой привет. Мы наконец-то выползли на улицу. Ой, как я сегодня плохо отутюжила рубашку. Смотрите, ворот не стоит. Ну и ладно. Зато рукава хорошо стоят. Конечно же, я на детской площадке. Прям с самого утра никак не могли сегодня выйти. Встали в 7 утра, поели, попили чай. Потом я пока вымыла посуду, пока всем зубы почистила. Детям я имею в виду. Потом пока сама я умылась, пока нанесла свой утренний уход. Пока погладила одежду деткам. Нужно уже снова кушать. Потом снова покушали, потом попили. Потом собрали игрушки в песочницу, самокаты, еду, одежду. На случай, если будет на улице прохладно, панамки. И так каждый день. И пока мы вышли, на улице уже время обед. Я думаю, часика полтора сегодня погуляем и зайдем домой, потому что у меня очень много накопилось работы по сайту. О, мама! Чего, Демыч? Нужно пойти! А что мне там делать надо? Туда же... А ты скажи привет. Привет скажи. Мама. Не хочет. Пойди. Что там будем делать мы? Девочки, я очень рада, что вы оставили мне обратную связь по последнему видео. Но пишите, пожалуйста, не в директ в Инстаграме, а пишите прям в комментариях под видео на YouTube. Мне так легче будет вам отвечать. Чего ждем? А, ты тоже хочешь подниматься? Давай. А ты так не сможешь с машинкой. Дай мне. Вы пишите прям под видео на ютубе. А ты возьмешь ее, я тебя подниму. Мне тогда легче будет вам отвечать. Давид. Подойди, пожалуйста, сюда. А вот скажи, палочками можно так играться или нет? Нет. А почему нельзя, скажи? Потому что можно гон. Так, а еще что можно сделать? Да, да. Да, больно будет? Да. Поэтому нужно что сделать? Что нужно сделать с палкой, скажи? Аккуратно. Нет. Что нужно с палкой сделать? Аккуратно. Ну вот смотрите, пока я с Давидом разговариваю, чужую машину трогает. Дем, подойди сюда. Машину. Вот о каких здоровых нервах может вообще идти речь? Нервы у меня шалят настолько, что у меня внутри выворачивает и начинают трястись руки, вот честно. Мама, мати! Мама, мати! Давайте выбросим палки. Нет! И пойдем на площадку, где супер горка быстрая, желтая. Да, пошли туда. Тут там Любаша вышла, ваша любимая, на площадку. Купить мороженое на детской площадке было нехорошей идеей. Давид, конечно, он повзрослее, ему 4 годика, он аккуратно ест, а вот Дема... Я купила себе хиты Ютуба белорусской уходовой косметики. Начну вот с этой вот пудры очищающей, энзимная пудра. Я пользовалась энзимной пудрой впервые. Купила себе вот такую, очень хвалят от Клиник пудру, я все хотела приобрести. Ну, купила себе вот такой бюджетный вариант. В общем, крутая пудра у меня... В последнее время очень много высыпаний на коже. Помогает прыщики подсушить. Прям до скрипа очищает кожу, очищает каждую пору. Поринку очищает. В общем, очень классно. И рекомендуют использовать ее 2 раза в неделю, не чаще. Иначе, возможно, вы можете свою кожу только навредить. В общем, очень классная вещь. Всем советую, девочки. Любому типу кожи она подходит. Тут так написано, я не знаю. У меня кожа нормально склонна к сухости. В общем, эта вещь, когда закончится, я куплю себе еще. Дальше вот такая вот маска кокосовая для лица, экстра питание. Тоже написано, что нужно ее использовать 2 раза в неделю. Она не смываемая, это очень классно, потому что я ненавижу маски, которые нужно смывать. У меня полное ощущение, что когда вы смываете маску, то и весь эффект с лица тоже так же уходит. Очень понравилось, буду покупать еще. Вот это не белорусская вроде бы косметика, не знаю я, может быть и белорусская. Beauty Derm. Beauty Derm Delicare. У меня вот от этой фирмы был гель для интимной гигиены. Мне очень, кстати, он нравился.
И я схватила, я вам рассказывала, в Тропя, вот тут гель для умывания офигенский. Он стоит 80 рублей, я купила вообще в продуктовом магазине Смак на кассе. Очень классный, не пересушивая кожу, избавляет вас от сыпи, от угрей, от подкожников. От подкожных таких вот прыщиков. Очень классно, буду покупать еще. Сейчас пользуюсь прям. Вот это прям мне очень понравилось средство. Вот это средство мне тоже очень сильно понравилось. Дальше два тоника. Я не знаю, это вроде бы тоже белорусская косметика. Я покупала Улыбки Радуги. В общем, это нашумевший продукт. Мастиш. Это тоже белорусская косметика. Но это уже подороже сегмент. И смотрите, что интересно. Тут уже название на английском, а потом на русском. Полное ощущение, что вот эта косметика Беларусь уже хочет, чтобы она продавалась за рубежом. То есть такая вот целевая у них аудитория. Мне кажется, что у них это Европа. В общем, подороже бренд. Мне не понравился тоник. Он получается тоник и плюс сыворотка. Он не просто как водичка, как это средство, а он такой прям очень слизкий, как будто бы как вот кто использовал крема себе с муцином улитки, сыворотки с муцином улитки, они поймут, что из себя представляет эта водичка. В общем, мне от черного жемчуга понравился больше тоник, чем этот. Такой я больше не куплю. Это мне очень понравилось, это куплю себе еще и не раз. Так, дальше пошли крема для тела. Вот тут вот мне понравились оба крема. Это, так, это у нас суперпитание. Это Биолит, если не ошибаюсь. А это мастиш. В общем, понравились оба. Оба суперпитательные, офигенские. После массажа я использую, либо после душа сразу использую на все тело. Начиная от шеи до кончиков пальцев. Очень классные. Тут вот я люблю вот такие вот дозаторы. Удобнее, чем вот пальцами залезать сюда в банку, открывать. Это за то, что вот мобильность. Люблю такие упаковки. В общем, оба понравились, недорогие. Дальше у нас идет не белорусская косметика. Это мой любимчик уже много-много лет. Вот как бы не наврать, около 10 лет я им пользуюсь. Это лосьон с эффектом загара. Притом загар после него такой приличный. Он наслаивается, не нужна перчатка специальная для того, чтобы его использовать. Очень классно. Кто еще не использовал, девочки, используйте. Я также могу, если у меня ноги белые, его использовать как жидкие колготки, потому что он проявляется на коже уже часа через 4. У вас будут ноги на 2 тона темнее, чем они есть. Так, дальше маска для волос. Это вроде бы тоже белорусский бренд. Я не знаю, девочки, подскажите, пожалуйста. Это я тоже покупала в Улыбке Радуги. Очень классная маска. На выход ее использую. Потом вот такое вот горячее обертывание от Комплимент. Тоже в Улыбке Радуги покупала. Мне не понравилось. Мне вон то средство зеленое из Рубальбум понравилось намного больше. Дальше вот это моя находка. Это SPF от Garnier. Я использую для деток, чтобы они не обгорали. Вот это офигенское средство, которое очень быстро впитывается, легко распределяется, и оно реально работает. Если вы будете в обед под активным солнцем, вы не обгорите. Очень крутое. Прям реально работающее. Мне очень нравится. Пусть оно бюджетное. Вот такого средства от комаров. Если вы на выход на природу. Если вы на природу собрались, обязательно я беру его с собой. Он у нас уже второй год. Ни один комарик к вашему ребенку не пристанет. Так, еще оставила. Белорусская косметика, это Биолита, офигенский крем для рук и тела, мне понравился, буду брать еще. Запах шоколадки, классно увлажняет и быстро впитывается. А на лето я использую вот такой вот термоспрей от Estelle, мне тоже очень нравится. Очень маленький у него расход, и он действительно спасает волосы от высоких температур, от фена. Потом вот такой вот шампунь от Estelle, это дорогая серия. Я вам, знаете, что скажу, мне очень нравится его запах такой парфюмированный, тут получается малиновая кислота, если не ошибаюсь, после него волосы блестят, но он очень дорогой, если вы так сильно о своих волосах заботитесь, то можете побаловать свои волосы вот этим шампунем, а так я даже не знаю, куплю его снова или нет. Но это вообще не нуждается, мне кажется, в представлении. Маска от Estelle в такой вот золотой упаковке. Она реально работает. Очень крутая. Говорят, что на блондинках виден результат еще сильнее, чем на брюнетках. Потом вот такая вот помада гигиеническая. Летом ее использую. Она подходит и мужчинам, потому что она не блестит. Очень классная гигиеническая. Я не могу. Дети орут. Ну вот как снимать с детьми? Я не понимаю.
И потом вот этой вот бритвой я пользовалась еще лет, наверное, 6 назад, до того, как перешла на восковую эпиляцию. И сейчас я уже 5 процедур сделала лазерной эпиляции. Девочки, спасибо за рекомендацию. Я прошла 5 процедур лазерной эпиляции, и у меня на подмышках, на голени и на зоны просто бикини. Не глубокого бикини, а бикини волосы не растут. Я очень рада. Я довольна. И между процедурами, когда вот маленькие волоски вот участками прорисовываются, я вот такой бритвой подбриваюсь. Это бритва, которая прослужит вам очень долго. Покупаю я... Сейчас я оторвусь и приду. Дети подрались в ванной. В общем, девочки, я буду закругляться. Очень жаль. Вы не пишете в Инстаграме, куда я попала, почему не снимаю. Мне очень приятно, но я просто не могу снимать сейчас вообще никак. Ничего не работает, садики не работают. Я постоянно с детьми по два раза за день с ними гуляю, их развлекаю как аниматор. И к вечеру я просто так сильно устаю, то что я даже не уделяю времени себе. Ничего не читаю, ничего не смотрю, просто ложусь спать. Вот как в армии, как в детском лагере. Отбой, и все, и я спать ложусь. У меня уже руки трясутся, в общем, девочки. Надеюсь на понимание. В общем, это крутая бритва, которая не затупится даже через 3 года активного использования. Вот вам честно говорю. Просто один раз попробуйте, и все. Она очень крутая, надолго ее хватает, на года. На года ее хватает, действительно. И вот такой вот вам пластырь хотела посоветовать. Омнипласт. Пластырь. Если у кого-то вот мозоли появились или болячки какие-то, раны, то вот этот пластырь, он дышащий, под ним болячка заживает, ну вот мозоли, получается, высыхают. В общем, очень классно, и притом в цвет с кожи идет, он не заметен на коже, особенно если вы загорела, и он намертво держится. Я еще, знаете, для чего его использую сейчас? Я покупала, когда вот ринопластику делала себе в 16 году, и он у меня остался. Я закончила грудное вскармливание, можете меня поздравить, я кормила второго ребенка 2 года и 1 месяц. Ну и, конечно, грудь потеряла свою форму, и когда я ношу открытую какую-то одежду с декольте, я вот его использую, сами догадайтесь, для чего? Для того, чтобы вернуть былые формы и подправить себе, ну, в общем, это, девочки, почитайте. Мне кажется, сейчас многие уже знают, для чего используются такие пластыри. Очень крутая вещь. Если кому-то надо, девочки, что-то потянуть, подправить. Вот. Рекомендую. Почистил, Демочка?